не все способны на что-то большее. Но у меня больше не получится жить обычной жизнью. А я даже не видела его лица. Она так смотрит на тебя и так не смотрит. С какой стороны не посмотри. У меня сейчас нет времени на девушек. Ты что, мертвец? Я довольно сильно занят. Съемками твоего друга. Давай оставим эту тему. Мы финансируем твоего кумира, Пит, Отто Октавиуса. Я пишу о нем курсовую. Вас познакомит? Ты меня представишь? Ну да. Благодаря Октавиусу Оскорб добьется таких успехов, о которых мой отец и не мечтал. Интеллект — это не привилегия, а дар. И он должен служить на благо. Ты любишь меня или нет? Когда человек скрывает такое непростое чувство, как любовь, он может заболеть. Ученый превратился в какого-то монстра. Его тело припаяно и 4 механические руки. Вам не нужно быть Человеком-пауком и карабкаться по стенам. Поэтому вы и падаете. Сделать МДЖ предложение. Муж должен любить жену больше себя. Ты так сможешь, Питер? Да. Думаю, да. У нас новые данные. Это и есть убийца вашего дяди. Мы потеряли его след 2 дня назад. Он убийца моего дяди, и он еще на свободе! Помощь бывает нужна даже Человеку-пауку. Месть — опасная отрава. Ты даже и моргнуть не успеешь, как превратишься в нечто гадкое. Этот костюм, откуда он взялся? Это сила. Как приятно отдаться ей. О, паучок, прикид супер. Помнишь Бена Паркера? А для тебя это что, важно? Бесконечно. Ты меня бросаешь? Зачем мне тебя бросать? Я люблю тебя. Ты знал, что так будет. Что с тобой? Я не знаю. Мы ужасно.
мы поступали друг с другом. Но надо уметь прощать. Иначе все, что у нас было, бессмысленно. Мне нужна твоя помощь. Надо это остановить. Похоже, конец Человеку-пауку. Жизнь — сложная штука. У меня появились враги. Серьезные враги. И теперь все мои близкие в опасности. И мне не дает покоя один вопрос. Что на самом деле случилось с моими родителями? Ты вне закона, Питер Паркер. А ты всегда веришь полиции, да? За тобой охотятся 500 полицейских. Целых 500? Что-то маловато. Если хочешь угнать машину, не одевайся как придурок. Это нож? Нет, только не нож. Кто ты такой? Расскажите нам о себе, мистер Паркер. Чем занимается ваш отец? Я не знаю. Я вырос без родителей. Сынок, придет день, и ты все поймешь. Ты сказал ему правду об отце. Доктор Конус, я сын Ричарда Паркера. Ты хотел узнать правду о своих родителях? Пожалуйста. Хочешь поиграть в Бога? Сегодня произошло нападение с использованием биологического оружия. За все приходится платить. Я его остановлю. Думаешь, то, что с тобой произошло, это случайность? Ты хоть знаешь, кто ты есть? На самом деле... Человек-паук. Просыпаясь по утрам, я чувствую, что чем больше я пытаюсь помочь людям, тем больше у меня появляется недругов. И рано или поздно я обязательно столкнусь с тем, кто будет сильнее меня. Прости, что опоздал. Страшная пробка. А что, в понятие «страшная пробка» ты вкладываешь еще и гонки по вертикали? Да, да, какая ты у меня догадливая. Питер Паркер. Гарри Осборн. Посмотри на это. Оскорб следил за тобой. Почему? Хороший вопрос. Ты что-то скрываешь от меня, тетя Мэй. Я сказала тебе однажды, что за все тайны приходится платить. И за правду тоже. Меня зовут Ричард Паркер. Я понял, как Оскорб намерен использовать мои исследования. Я должен остановить их, иначе последствия будут необратимы. Что это? Будущее. Мы реально можем изменить мир. А что будет с Питером? Счастливый конец ожидает не всех. Это сильнее тебя, Питер. Я сделал выбор. Это мой путь. Все в этом городе узнают, каково это — жить в моем мире. В мире, где ты бессилен. Где нет надежды.
мире без Человека-паука. Новый Человек-паук. Высокое напряжение. Паучок! Привет, народ. Я оставлю костюм. Конечно. Не мой размер. Не делай ничего, что сделал бы я. И уж точно чего я делать бы не стал. Вот где-то посерединочке ты можешь действовать. Эй, парни, минуточку. Вы не настоящие мстители. Но это не значит, что ты мститель. Имей в виду. О. Что ж, это не обнимашки, я дверь открываю. Ладно. Ну все, удачи. Мир меняется, парни. Пора и нам измениться. Слушай, Питер, забудь про летающего монстра. С этим есть кому разобраться. Достало, что Старк считает меня ребенком. Но ты и есть ребенок. Это мой шанс проявить себя. Не лезь ко мне. Или я убью тебя и всех, кого ты любишь.